Установка Водосток премиум от компании Стрелка 11 на автомобиль Амода S5, а также Амода S5 GT. Для чего нужен? Для того, чтобы когда дворники работают, вода не переходила через боковые стойки, не попадала на зеркала, на окна и также, если окна открыты, вовнутрь автомобиля, а уходила в сторону крыши. Перед тем, как установить, дается фильтровая салфетка и установочный шаблон. Установочный шаблон нужен для чего? Здесь у нас упирается в стойку. Здесь он у нас упирается в водосток. Установка, как видите, нужен автомобильный пластилин между переходом стойкой и крылом. Вот здесь вот, чтобы не проходила вода. Именно автомобильный пластилин. Мы, как видите, уже все сделали. Установка происходит низ левая, это водительская, нижняя часть. Снимаем защитную пленку. Отводим от крыла миллиметра 2-3. Это чтобы при открывании капота не задевать водосток. Фиксируем его. Берем установочный шаблон. Вставляем водосток. И снизу он упирается в стойку. Придерживаем. Снимаем защитную пленку и слегка только подклеиваем. Наверху на стойке мы прикладываем ее к краю, удерживаем, снимаем защитную пленку и также потихоньку подклеиваем. После этого теперь окончательно начинаем с усилием доклеивать. Водительскую установили, будем устанавливать пассажирскую. У пассажирской написано «правый низ», «правая сторона», «нижняя часть». Также снимаем защитную пленку. Также отходим 2-3 мм от крыла. Фиксируем ее. Берем установочный шаблон. И также слегка подклеиваем. Также кончик на край кладем, придерживаем. И теперь основательно доклеиваем. После всей процедуры установки снимаем защитную пленку. И также с водительской стороны. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.